А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Alex Fresh. Мы продолжаем играть в Expeditions и проходить Карпаты. Итак, что мы сейчас будем делать? Я думаю, что нужно запустить болото Sliprock, потому что, по-моему, у нас что-то было. Я думаю, что мы сейчас будем просто комплекты машин запускать и все проверять. Как-то так, все просто. Ой, что? А, я миссию пытаюсь выбрать, понятно. Так, выбрать. Так, техника. Техника. Ну, стандарт добавляем. Просто стандарт. Так, анг. Что там еще у нас было? Котик. Есть. Так, и люди берем первых. Добавить. Назад. Начать. Так, анг, давай сюда. И УАЗик, давай сюда. А у нас тут еще база есть. Давай котика тогда сюда. Начать. Сейчас посмотрим. Будем, короче, чекать все миссии, которые у нас пооставались. Вот эти вот непонятные, которые мы не прошли. Которые типа есть, но их нет. Итак, начнем тогда. Тогда начнем. Карта есть. Карта есть. Ну, высыхание получается не здесь. Рыба не здесь. Так, протухший вулкан — это рыбное место. Так, рыбное место. Высыхание. Ингредиенты. Тоже потухший вулкан. Тоже потухший вулкан. О. Так, помощь профессионала. Ну ладно, я потом досмотрю, да, наверное, чтобы сейчас не тупить. Давайте просто сейчас делать то, что у нас есть. Анг. УАЗик есть. Нет, там ящик с оборудованием. Я думаю, что надо на анке забирать его. Как на анг сесть? А, актуальный автомобиль, понятно. А где я есть? А, понял. Просто ящик нужно забирать на чем-то серьезном. Потому что в этот УАЗик может тупо не загрузиться он. И все. Потом будем тупить. Думать, что нам делать. Надо было, наверное, домкрат взять с собой. Чего не взял, я не знаю. Забыл. Я просто в самом начале не добавлял, потому что думаю, ну, трата времени сейчас. Это мы сейчас по всем картам будем скакать, и везде домкраты добавляют, там все дела. Поэтому я их и не трогал даже. Кек. Так что, все-таки в двух точках лежит? Не в одной? О, что-то есть. Или то переезд. А, то переезд должен быть. Так, ну и что? Повезет нам или на другую точку ехать? Розовая. Розовая — это всегда лажа была. Да. Так, а следующее... Ух ты, блин. То есть тут через лес не пробраться?
Это разве что ли в горы поехать? Или горы объехать? Потому что вот так вот, ну это такой себе. Тут проездик был не очень. Ого. Запихали куда офигеть можно. Ну короче, сюда на склон налево. Потом вот тут где-то вниз. Вот тут. А, нет, тут дебильный спуск, надо будет другой найти. И все. Поехали. Фига себе, подъемчики. Вот поднимусь хоть. Выглядит серьезно. Ну как дубасит. Ну тормозит только когда наезжает на мелкие камни. Только они его реально притормаживают и все. Но так едет просто отлично. Налево нам показывают. Налево, так налево, поехали налево. Вот тут я помню, надо направо. Сразу, наверное, начну подниматься здесь через эти елочки. Так, нужно смотреть, как нам проехать. Вот прямо вниз я могу проехать или нет? Меня бы это устроило. Сейчас надо дрон поднять, посмотреть, если высоты хватит. Вот типа вот сюда вниз можно? Вау. Слушай, так там прям нифига себе какой спуск шикарный. Мне нравится. Поехали туда. Выглядит просто великолепно. Причем ни камней, нифига, просто идеальный спуск. Ой. Не видел из-за дерева, что можно тут повернуть. Блин, ну крутой же, согласитесь. Без каких-либо проблем. А мы сколько катались, там страдали на других спусках. Там же дальше вот тут конченый, помните, там где прыгаешь, морду упираешься и все, и дальше ехать не можешь. А тут раз проехали и все. А мы там не раз катались. Несколько раз спускались, 2 или 3 раза. Так, а ящик с оборудованием куда нужно доставить? Или просто забрать? Забрать. Есть. Карта. Серьезно? Я просто пэхнусь. И все. Мне насрать. О, нифига, раздуплилась. Быть такого не может. Так, вопрос. Доставить на аванпост куда? Супер. Mission complete. Так, карта, смотрим дальше. Список наш. Так, высыхание. Ну, я заново все проверяю, чтобы наверняка. Нет, протухший вулкан, рыбное место. Это было третье, да? Так, секретный ингредиент нет. Ценный груз где-то по центру был. Тоже протухший вулкан. Картография. Блин, мне почему-то казалось, что была какая-то миссия вот на эту карту еще.
потухший вулкан. Ну, как бы пока что экспедиция наша закончена. Возвращаемся в штаб. Я тогда потухший вулкан сейчас попробую, потому что там много чего у нас. Это как бы последнее вот это вот. Капец. Там, где мы были. Добавить. 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 Назад. Так, техника все по стандарту. Добавить. 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 Назад. Начать. Так, ну, Анг. Сюда и УАЗик с Ангом. Начать. Надеюсь, здесь мой вибратор не нужен. То придется перезаходить в падлу. Так, карта. Да, реально, смотрите, поотображалось что-то, начало отображаться. В чем прикол? С помощью эхолота. Вон у нас УАЗик есть. Погнали на УАЗике. Пересесть на него. Черт его знает, просто отъеду тогда от него. О. Так, домкрат возьму. А. Блин, я забыл, что их надо прям с этого брать. Ну и фиг с ним. Следовать озеро с помощью эхолота. А, понял. То есть, смотри, такой думаю, там озера нет никакого. Как наверх подняться? А, понял. Там есть вроде проездик. Отсюда не видно. Будто камни сплошные. Рыбок посканировать, как обычно. Так, ну, нижняя точка понятна. Сейчас может посмотрим, может что-то еще есть. Так, рыбное место есть. Высыхание. Но это не здесь получается, или тоже не здесь. Ага, смотри, артефакты тоже, ценный груз подходит. Забрать снаряжение, дальномер. Давайте съездим, посмотрим, могу я его физически забрать или нет. Просто для УАЗика тут норм, можно как раз проехать, вот это все посканировать. Типа удобно. Если сейчас сможем себе его загрузить, то отлично. Если не сможем, то хрен с ним. Потом на Анке отвезем дальномер этот. Отлично. Есть дальномер. И куда его? Собака наверх. Куда-то, как обычно. О, так. Короче, медвежья услуга, вот это вот там, где следовать область, нифига нету. Видимо, тогда были подходящие люди, когда оно отображалось все. Блин, ехать фиг знает куда. Ну, поехали. Потом тпхнусь в гараж, поеду на те миссии. Припас как раз возьму себе, домкрат. Чтобы жизнь стала легче. Да, да. Погнали. Ох, сейчас чувствую, прокатимся.
Главное, не сдохнет нигде по пути. Камень слишком толстый. Елочка, дратути. Так, но ехать далеко. Ехать реально далеко. Возьму топливо. И домкрат. А, все. Топлива больше некуда. Ну и фиг с ним тогда. Ничего страшного. Зато немножко подлили то, что потратили. Тоже, в принципе, неплохо. Пипец. Так подлетел в воздух, что ж перевернулся. Вот как повернуть налево просто? Скажите мне, пожалуйста, по-нормальному. Взял уже, развернулся от удара. Физика просто топчик. Это как в ETS, когда все любят говорить, что ETS симулятор. Там от симулятора только название. Как и здесь, ты скажешь симулятор, но, блин, тоже одно название. Бабах. Так, где я должен ехать, чтобы туда попасть? Я уже не помню, если честно, но где-то здесь по деревьям должен прокатиться. Как я тут проезжал? Явно ж не тут слева с краю. Или тут слева с краю? Да не. Блин, бесит меня эта хрень с поворотами. Ну ты пытаешься ехать вправо, а едешь прямо. Ох, у меня горит, просто горит. Чё, на этот трактор на резине проехать не можем. Никак. Так, ну тут подняться хотя бы сможем. Уже хорошо. Чуть через себя не перевернулся. Так, я надеюсь, дальномер поставить, и все, больше ничего не захотят по этой миссии. Пропустить. Там нечего смотреть, это все уже видели 10 раз. Так, что у нас дальше по миссиям? По миссиям, что у нас дальше? Так, высыхание нет, секретные ингредиенты нет, рыбное место следить. Во, рыбное место у нас как бы первое на очереди. Блин, как туда заехать? Что, надо тпхнуться на базу? База. Спасибо.
Но тут же ж нет аванпоста, или есть? Нету, все нормально. Ты же смотрю, охреневаю. Думаю, нифига себе, что там аванпост, что ли, появился. Так. Нам как бы вниз и 700 метров. Далеко. Надо ехать. Припасы какие-то беленькие, а тут серенькие. В чем разница белых припасов? А, нет, они одинаковые, то за счет дистанции так показалось. Подсвечиваются. Так, мне... Куда? Мне вниз, да? Тут до сих пор какие-то припасы. Мы же тут брали дальномер, а до сих пор светится. Фиг знает. А зачем? Так, ну нам 700 метров дубасить. Поехали. Будем дубасить. Исследовать. Так, надеюсь, УАЗик не сдохнет. Кстати, а как повышайка у него? Повышайка, в принципе, удобно, чтобы нигде не убраться на нем. Ой, на автомате зарылся. Прикол. Он типа так гребет сильно, что он зарывается или что? Но минус, конечно, в том, что у него нет веса. Вес просто нулевой, потому что он на каждом камушке так подлетает, будто это не камушек, а трамплин какой-то. Так, ну по воде едет дерьмово. Как и вся техника здесь. Пока что на повышайке ползу, потому что тут куча камушков всяких. Сейчас перевернемся. Или беднуться будет не за что. Хоть домкрат вроде бы и есть, но мало ли что будет происходить дальше у нас. Поэтому сейчас пусть лучше не быстро, но качественно. 500 метров еще. Ёб твою мать. Просто параша, а не игра. Народ, это последнее видео. Expedition, я его не буду больше снимать. Он меня задолбал. Говна кусок. Просто конченое говно. Не, типа поиграть, кому по фану, типа можете поиграть. Но мне он надоел. Вот как бы. Как-то так. Поэтому, то есть, ту карту, которая Резон, или как она там называется, ее проходить не буду. Как мне повернуть, черт возьми. Поэтому мы сейчас в этой серии допройдем все оставшиеся миссии, которые есть в игре. Вот конкретно в Карпатах. И все. И она пойдет на свалку у меня. Зато скоро должна выйти карта новая на SnowRunner. Вроде бы как там будет этот, как его зовут... Я могу ошибаться, то ли Казахстан там будет, то ли что-то такое. А вот, и хз. В продаже она появится, не появится, раздупляться они, не раздупляться. Потому что никак не могут там порешать свои проблемы. С тем, что машины... Ой, машины, игры в продаже нет из-за машин каких-то. Короче, по пляжу не вариант на нем ездить, потому что он просто зарывается и не может ехать. Типа едет на третий раз на первую, просто потому что гребет и останавливается от этого, потому что просто зарывается в песок. Так, 200 метров. Где-то озеро. Я там посмотрел, что мы в теории можем проскочить где-то вот тут, типа, мне кажется. О, мне сейчас идеально налево уйти. Это вот сюда вот прямо, да? Может быть, мы там пролезем. Не знаю, что нам это даст. Может, там после проезда нифига хорошего нет. Может, конечно, стоит объехать, не знаю. Давайте... Пока мы на верхушке находимся чуть-чуть. Это, по-моему, норм. Единственное, что дерево меня немножко смущает. А так вроде норм с виду.
Попробуем сейчас туда залезть. Где оно есть? Вон, проездик вижу. Нет, не туда. Я думал, верхнее зацепим. Вправо пытался. В камень уперся. Да что ж такое? Какой-то куст зачарованный. Прям цепляется только за этот куст. До дерева дотягиваться не хочет. Ёпта, он влево умеет ездить или нет? Или в принципе это невозможно на этой машине? Поехать влево возможно на ней? Или только на лебедке? А вправо теперь? Ого, слушайте, на такой высоте оно, конечно. Так. Мне кажется, мы тут сейчас останемся. Прилично мешает дерево, от него и от воды прям комбо по сопротивлению движения машины. Ну чё? Будем выезжать или нет? О. Дерево нас наконец-то отпустило. Да я, по-моему, не могу выехать. Там мы уже должны ехать просто от скорости вращения колес. Как катамаран какой-то должны уже дубасить. Что-то двигается, но я не могу просто заехать на сраный камушек. Время надо перемотать. Темно уже. Не, никак. Пойду тогда по правой стороне. Я думал, типа, ну сейчас выйду сюда и все, и поеду себе спокойно. Типа, вроде не утонули с головой. Но, как видите, это дерьмовая идея оказалась. Издеваешься. Наконец-то. Спасибо. Капец. Так, что дальше? Какая у нас там миссия осталась еще? Высыхание нет. Секретный ингредиент нет. Ценный груз. Да. Ну, как бы понятное дело, что нам на пляжик нужно. Обратно ж выехать. А, из-за дерева, наверное, не вариант будет. Хотя, вон прямо дерево есть. Можем плюхнуться туда, да и все, и поехать. Просто сейчас с камня туда. И чпоньк. И готово. Ну и норм. Нет. Да ну плывет вроде. Но с виду тут будто течение. Но это нифига не течение, это от нас уже. Короче, да, он просто вот, задние колеса куда-то в камушек упираются, вот, и все. И он на этом сдыхает. Для него сразу становится непроходимый участок.
Как мне туда попасть? Вариант выехать на пляж и поехать как нормальный человек. Или скакать вот здесь по болотам, по этим непонятным. Я предлагаю поехать вправо. Потому что я не хочу тут скакать. По болотам. Кстати, артефакта найти. Нужно будет, наверное, куда-то его отвезти потом. Как думаете? Или он просто, типа, нашли и нашли. И классно, всех все устраивает. Или как? Так, по-моему, на этой карте с данной настройкой людей, это, по-моему, последняя миссия. Нужно будет на следующую переходить. Потом, когда все карты пройдем, если что-то останется, то мы пойдем уже на других людей. Скример, будьте здоровы, спасибо. Так, эта елка живая осталась? Нет, она сдохла. Акустик мне поможет? Поможет, спасибо. Поехали. Так, розовая, паленая точка. Мы по ней все равно проедем. Как-то странно, да? Типа вот в одних миссиях розовые светятся, паленые, а в других синие паленые светятся. Ну типа и нормальные паленые. А здесь типа разделяется. Как-то ну, непонятно. Тоже эта логика, типа что... В одних типа сделано, что если неправильная точка, то розовая, а в других правильная синяя. То тут получается или вот так, розовая и синяя, или все синие и синие могут быть тоже неправильные. Сделано как-то на тяп-ляп. Где, кстати, следующее? Надо сейчас выехать куда-то, остановиться, посмотреть. Нас течением тут сносит. Ёпты. Нифига себе далеко как. Но я предлагаю по пляжу, потому что вот тут скакать по камням... Неа. Я не готов. Абсолютно не готов. Просто помню, какие тут камни сраные. Проще по пляжику прокатиться. Да, намотаем там метров 500. Ну ничего страшного. Зато без проблем. Так, давайте, наверное, повышайку, пока по воде ползем. Потому что на автомате по воде плохо едет.
Я что-то думал, что уже здесь нужно чекать. Это просто точка была. А, это же была точка края границы, где находится эта фигня, точно. Что-то я не подумал. Блин, а сколько раз мы катались? Если бы миссии отображались нормально, мы бы тут давно все сделали. Согласны? Что, трупы лежат, что ли? Труп в пакете. Прикол. Ценный груз. Ну то ж трупак там лежит, не? Где он нафиг есть? Слушайте, точно трупак? Да, тело какое-то лежит. А, нет, статуя. Тю, блин. Я думал, труп там лежит. Так, ну... Ну, все. Так. Вернуться в штаб. В штаб. Следующую карту запускаем. А вторую по счету. Это сейчас была третья, да, по-моему, или какая? Хрен его знает. А, это протухший вулкан был. А вот тут у нас была миссия сраная какая-то. Так, выбрать. Людишек берем этих же. Чтоб у нас тут ничего не путалось. Так, назад. И что у нас так? Добавить. Я сразу добавлю себе домкрат, чтобы он был. Раз такие дела. Хотя тут, конечно, сейчас одна миссия, наверное, какая-нибудь окажется, и все. Что я делаю? Во, купить. Так, что там еще? Котика добавить. Назад и Анг. Купить. Начать. Посмотрим сейчас, что у нас есть. Главное сделать ту миссию, которая основная наша, по идее, теперь доступна, потому что это единственная миссия, которая у нас осталась непройденная. Ну-ка, F4. А, так, ну да, поручение. 26 из 27. Может, что-то мы здесь должны вот монетки пройти, чтобы что-то открылось. Надо посмотреть монетки. Ну, доллары. Посмотреть на доллары. Высыхание. Нифига. 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 Нифига нет. Так, идем на следующую карту, потом будем менять людей. Вот, отлично, зашли. Мне понравилось. Итого 3000. Домкраты продали свои, которые понагребали. Тут я сейчас не буду домкрат покупать. Это мы сейчас 4 раза по картам, а потом еще 4 с разными людьми. Так, горные лабиринты. Выбрать. Люди, эти же добавить. 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 Техника. Анг. А чё он так подсвечивалось? Просто? Он так подсвечивалось, будто я что-то прям должен был взять там особенное. Кстати, аж надеюсь, нам ничего особенного не нужно. Типа металлоискатель там какой-то на карту. Потому что мы сейчас реально между картами скачем, как дурачки. Посмотрим, что здесь. Это последняя карта у нас. Дальше людей менять. Нет. Я понял свою ошибку. Тупняка этого. Знаете, в чем тупняк заключается? В том, что если у нас все для миссии подходит,
то она светится активной. А так как мы сейчас, получается, мы же заходили на другие миссии, и эти миссии светились неактивно. Они светились не потому, что мы на другой карте неактивными, а потому что люди неподходящие. А я тут в тупую сейчас по этим картам скакал, хоть нам это нафиг не надо. Вот так выходит. Классно, да? Так, старый набор людей, начать. Ёпта, куда их всех поставить? Ну давай этот сюда. УАЗик, наверное, на полевую базу. А эти куда? Ага, нормально, сойдет. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Болото Слепрок. Ну тут точно была миссия что-то исследовать, что-то открыть. Это я хорошо помню. Следить. Непоколебимый остров. А мы где? Болото Слепрок, окей. Ну, тут как бы очевидно, что значит нам нужен металлодетектор. Но непонятно, на какую карту эта миссия. Так, следить. Горные лабиринты, понятно. Тоже, видите, это, видимо, нам нужен этот какой-то. Техника другая нужна. Так, ну, выходит, здесь тоже ничего нет. Возвращаемся в штаб. А, не, подожди. А миссия-то... А, это не здесь. Все, норм. Нудятина. Так, это была какая карта? Слепрок был, да? Да, Слепрок. Так, непоколебимый остров. Там точно что-то светилось, непоколебимый остров. Но я не помню, подходило ли у нас все или нет. Добавить анг. Добавить УАЗик. Слушайте, давайте, может, вместо котика этот, вон, Ниву добавим. Но с металлодетектором польза хоть какая-то будет. Сейчас раз, а люди не те, не подходящие. Надо было сразу так делать. Пересесть. На Ниве поеду. Или нет. Не понял. Так тут светился круг, а... Ёпты. Чё-то я не догоняю. Назад тогда. Я пересяду на УАЗик. Все четко или снова поменялось что-то? Нет, сейчас все четко. Так, ну сюда мы доедем, эту дорогу я знаю, сюда доедем, сюда доедем, сюда доедем. Наглядные фотки сделать надо. Так, ну дорогу мы знаем, мы тут катались неоднократно, так что маршрут наш будет старый. Единственное, что если по пути будут припасы, нужно будет взять домкрат, потому что УАЗик без домкрата — это, конечно, опасная штука. Хотя деревьев тут хватает. Наверное, сможем на колеса встать как-нибудь. Зато и получается, на УАЗике сейчас очень быстро проедем, наверное. Я так предполагаю, что у нас останется, знаете, типа там две миссии останется, и нам придется их туда-сюда елозить. Машинами, техникой и так далее. Но я сейчас последние три карты буду лопасить этим же набором. Ну, то есть это вторая у нас. Этим же набором, но с этим, с Нивой. И тогда, если что-то останется, на первую зайду с этим же набором и Нивой. Если ничего не поменяется, то мы тогда уже будем делать такой же набор, но с другими людьми. Как-то так. Ну, короче, бредово то, что, ну, не написано. Ты должен сам сидеть, угадывать туда-сюда, туда-сюда, типа... Чё тебе надо, хз вообще? Ого. Бревно вылетело.
Так, тут, по-моему, можно как-то и так проехать по-нормальному. Главное, что такая дурная езда и без урона получается. Так, а я тут смогу заехать? А то я помню, что он по камням очень плохо у нас ездил. А, ну так теперь понятно, что он заехать не мог. Он в принципе заехать не может. А я тогда удивлялся, что он под водой заезжать не хочет. Вот в принципе... Ёб твою налево, ты чё за говно такое-то? То есть УАЗик сделали прям дурной читерской тачкой, но лишили ее возможности ездить по камням. То есть камни — это прям больное место. Камни, скалы, типа, ну это непроходимое для него. Как мне сейчас проехать тут? Или я проеду? Проехал, удивительно. Отлично. Тут лебедиться особо не за что. Нам чисто фартануло, что мы сейчас на колесах оказались. Так, вот здесь где-то нужно влево уехать, чтобы посмотреть место для фотки. Отлично, куда дальше? А-а-а, смотри-ка. То есть эта точка уже все отъехала. То вот так получается объехать придется. Судя по всему. Так, ну поехали вниз. Нам нужно спускаться. Здесь спускаться не буду пробовать. Лучше проверенной дорожкой прокачусь. Аккуратненько, чтобы без приключений. Припасы. Поехали возьмем. Какой-нибудь домкратик лежит, который может нам жизнь спасти. Ну, тоже ничего, полезная штука. А, ну топливо можно перелить. Не знаю, зачем оно нам надо. Вот так много. Так, а тут, слушайте, так я тут через лесочек, наверное, могу проехать, да, или нет? Надо чекнуть. В принципе, могу. Ничего не мешает, поехали попробуем.
Как мне повернуть? Почему я жму налево поворачивать? Едем прямо куда-то. И камней же ж нифига не было. Чисто веточки. По-моему, у нас по планам сюда, но тут какой-то странный был проезд, насколько я помню. Очень неудобный и очень опасный. Но мы тут ездили не на УАЗике, а на чем-то другом. Блин, я же не смогу тут повернуть налево в принципе, никогда в жизни. Нифига себе получилось. А, все уже. Дальше прямо, да? Скорее всего, на скалу нужно. Там высоко. Как туда попасть? О, блин. Заезд с другого места там. А, ну вот сюда. И объехать наверх. Поперлись. Так, а время что? Снова ночь? 16 вечера. 7 утра ставим. На повышайке поеду, а тут сейчас в болоте утонем. Так, а подняться я смогу здесь или нет? Как думаете? Это дерево есть, значит должны. Ого. Да ёб твою. Пипец, он просто... Вы видели? Он уже просто, ну, у него была цель опрокинуться. Он и назад, и влево, и вправо. Он во все стороны хотел перевернуться одновременно, чтобы просто вот... Разделился на несколько частей и развалился в разные стороны. Так, ну мне чисто налево сейчас. А куда налево-то? А, вот есть, да, согласен. Есть тут просветик. Есть подозрение, что мы тут тоже когда-то ездили. Тут даже выкатано или вытоптано. Следы какие-то. Да не, вряд ли это мои следы. Ой. Принять. Так, смотрим дальше. Карта. Сколько у нас осталось этой фигни? Секретные ингредиенты. Следить. О, здесь прикольно. Найти рыбу. Рыба. Ну вот. Нива. Мы тебе работу нашли. Ёпта, я сюда потом смогу заехать наверх или нет? Поехали искать рыбу. На Ниве. Блин, я ж там утону, если я в воду заеду. Вы что-то понимаете, да? А я не знаю, где спускаться. Прямо отличный спуск. Так, подожди, это красная точка. У меня есть подозрение, что это Кидалово. Хочу посмотреть там снизу. Красная, мне кажется, Кидалово. Если сейчас тут будет другого цвета, то... А, ну подожди, тут как бы найти и камыши, грибы, и рыбу, как бы тут все отдельное. Оно все красное. Хотя нет, оно не все красное, мы только одну посмотрели. Вторую надо тоже чекнуть. Тоже красные. Все, понятно, поехали. Все красные, значит.
Ну, я думал, типа, вдруг мы это все в одном месте там найдем, или фиг знает. Но тут, получается, у нас будет, ну, судя по виду, камыш. Ну, рыба тоже может оказаться, но, скорее всего, камыш. А, там дальше слева грибы у нас будут, а там внизу уже рыбка должна быть. Тут камыша нифига не видно, но я думаю, камыш должен быть здесь. Камыш, да, все четко. Так, а как мне по кругу, что ли? Ну, походу, да, поехали по кругу. Пипец. Ой. Мы до сих пор шнуркель на нее не поставили, да? Бедная Нива. Постоянно забываю про шнуркель для нее. Надо будет на следующей карте попробовать поставить, если я не забуду. Так, давайте на повышайке, а то тут происходит то же самое, что и на УАЗике. Просто начинаешь шлифовать на месте и все, перестает ехать. Фига себе зарылся. Ну вы видели, да? Просто наехал на камушек, такой, на, в дерево тебе. Пипец просто. Ну эти высокие, тут, наверное, на пузо садились. Так. Хорошая грязичка. А что, нельзя было куда-то другое место? Чем нам влево надо было теле беднуться? Срань. Слушайте, почему див у нас никогда не пашет? Мы его что, не ставим? Или он на всех машинах у нас всегда включен? То я как не посмотрю, типа нажать его включить, по-моему, всегда у нас активный. Нормально воткнулся хлебалом. Еще раз забрать. Интересно, куда мы это все потом оттарабаним. Так, ну, освещая путь по-прежнему неактивные. Слушайте, у нас прям подъем тут есть. Че, можешь заехать? Там надо будет как-то сюда вниз попасть. А вот тут сразу и спуск. Шикарный причем. Где подъем? Тогда тпхаться не будем, сейчас сюда наверх поедем. Корень. Корень зла. Блин, ну тут столько камней, что я не смогу не проехать никуда. Ни наверх. А, не, поехал. Окей, ладно. Фига себе подъемчик. Но я ж тут не поднимусь. Так, мне надо... Ой, дрон. Это лишняя кнопка и все сразу. Путаешься. Я все время поворачиваю направо. Да ёб твою мать. О, что ж ты, блин, такое? Стой! Твою собака. Я думал, зато дерево здоровое зацепится. Оно не захотело. Так, можно, конечно, на Татру пересесть, но это может иметь последствия. Вдруг надо будет куда-то отвезти, потом перекладывать это все с машины в машину. Сейчас пересяду, потому что мы не можем подняться нормально.
Все равно эвакуация халявная. Думал по-нормальному, сейчас поднимусь, проеду. Нифига. Ну, конечно, проходимость по камням нулевая. В принципе, как и у УАЗика. Правда, у него проходимость нулевая из-за этого, из-за высоты ее. А у УАЗика просто резина, как это, не знаю, маслом намазана, походу. Сейчас снова полечу кубарем. Нифига себе, он даже разогнаться не мог. Если что, чтобы вы понимали, газ в пол топил со спуска. Ого. Я просто ехал прямо, раз повернула. Тихо. Аккуратненько. И куда потом это все? Кто-то знает или нет? Найти шеф-повара. Зашибись. Серьезно? То есть после этой миссии откроется? Блин, то есть, ну получается, надо было сразу ехать сюда. Трындец. Так, ну я сейчас за бабки-то пыхнусь. Сейчас наверх еще ехать полдня. Учитывая, что там камни мелкие, я туда не поднимусь никак. Косарик. У нас, походу, кто-то нанят сейчас. Кто-то, кто сильно удешевляет нам. Все наши дела. Тут не может валяться что-то полезное. Потому что лесочек такой, что заехать можно. А там могут какие-то запчасти лежать. Потому что на F4, смотрите, у нас типа... 102, а то 91, то есть 11 запчастей еще не открыто, и как бы они где-то есть. А по миссиям сейчас нам от силы там дадут, ну не знаю, там несколько штучек и все. Буквально штуки 2-3, и они останутся. Но говорю сразу, что запчасти я искать не буду, потому что не вижу смысла, я не знаю, где они. И искать их просто в тупую, обкатывать всю карту. Не хз. Просто в землю въехал. Это, по-моему, первая машина, которая в землю врезается на ровной дороге. Главное, со спуска едет как надо, по камням. Вообще пофиг, будто их не существует здесь. Возможно, сейчас миссия активируется. Потому что мы же как бы едем сюда. Как раз где у нас миссия недоступная. И типа, раз она закрыта, это ж, наверное, какой-то сюжет типа есть, правильно? Ну не то, что типа в игре якобы тут есть сюжет, хотя сюжета никакого, его ноль. А вот типа вот конкретно с этих двух миссий как-то оно связано, что, наверное, будет сейчас. Или это чисто расчет на то, что ты прошел карту на 100% или не прошел. А прикиньте, она не активируется, пока не этот. Пока не найдешь все запчасти. Это будет смешно, кстати. О, подожди. Так, ну в принципе я помню, куда мне ехать. Я ради прикола хочу туда слетать, посмотреть. Блин. Я по привычке нажимаю. Вы уж простите. Расположение просто привычное. Но если там будет запчасти, все равно за ней не поеду. Я просто хочу заглянуть, вдруг она там есть. К
как бы и все. Не более. Потому что, ну, типа, заездик такой, там можно проехать на любой технике по этому лесу. Мне просто интересно, может там что-то быть или нет. Потому что, если верить количеству барахла, то тут еще у нас по всем четырем картам заныкано, ну, штук 8-9 запчастей. На чем мы тут последний раз ездили? На УАЗике, по-моему, катались, да? Ох, как мягко приземлился, офигеть. Это было реально приятно. Я аж кайфанул. Такое приземление плавненькое, подвеска отработала, вообще шикарно. Так, нам сюда? Нет? Каждый раз на карту смотришь, чтобы проехать 2 метра. И едешь такой, нифига себе, туда или туда. Дорога такая длинная, кажется. Так, а тут у нас камушки или что там было? Да, камушки. Ну, там пару миллиметров есть, но дерево. У него невидимая полнота присутствует. Так, налево надо. Надо налево. Ну-ка. Пам-пам-пам. Благодарствую. О, смотри. Повар. Спрашивает повара, да? Поехали назад на миссию. Сейчас мы ее примем, сразу выполним. Отлично. Камушек нам помог развернуться. И что тут за миссия сейчас будет, как вы думаете? Следить. Ёб твою... А почему так много? Татра. Ты как раз вот стоишь чётенько. Так. 1, 2, 3, 4. 4 святых маяка. А, то 5 опционально, понятно. Раз, два, три, четыре. Карта. Игра теперь тормозит, когда карту открываешь. Блин, ну прикиньте, я же сюда залетал как раз. Так, и что нам делать? Нам поехать сюда же или тут спуститься где-то? Я думаю, тут где-то можно спуститься. Короче, ставлю первую точку. А, вторую. А, подожди, стопэ. А где груз? То есть вот здесь груз. Все маяки тут. Понятно. Тогда вот так. Тогда за грузом нам не нужно. Поехали. Маршрут у нас тот же. Как мы ехали на Ниве. Все то же самое. То есть это последняя миссия. Из этих миссий. Потом еще сколько у нас там этих мелких остается? 2 штучки, по-моему. И все. По карте вроде далеко казалось, а тут вообще рядышком. Маяки со мной. То есть смотрю, кузов пустой, думаю, маяки вообще со мной или нет, или я их не взял. Потому что мне приснилось, что я их брал. Кстати, у нас домкрата нет, поэтому лучше... Вот сильно не дубасить. Лучше поаккуратнее прокатиться.
Так, на первую точку дубасим. Мы, кстати, ночью даже ни разу не видели, как это выглядит. Потому что мы днем катаемся. Так интересно было бы, наверное, посмотреть, как они работают. Так, назад. Один готов. Ого. Как мне туда залезть? Блин, а чё игра так долго думает, когда я открываю карту? Она прям будто зависает. Слушайте, ну с двух сторон деревья. То что так будет неудобно. Давайте, может, вечерочек тут мешает как-то. Да хотя нет. Вечерочка нет еще. 3 часа было. Так. Но справа, наверное, можно пролезть. Единственное, что, надеюсь, там же будет спуск на другую сторону. Ну, начинается. Все, уже не мешаю. Собака. Так, следующий тоже в какой-то сраке повыше или нет? Да вроде нет. А вот последняя, да. Именно в сраке. Давно мы тут не были. Ого. Как мне туда заезжать наверх? Или объезд какой-то найти? Сейчас, наверное, на дроне придется смотреть. А, то дальше. Я думал, прям на вот эту скалу нужно заехать. Офигеть. Ну, тогда норм должно быть. Наверное. Я думаю, заедем. Должны. Единственное, что повышайку надо на понижайку поменять. И все. Уперся. Ого. Вроде должен заезжать, но он прям сильно упирался в тот камень, походу. Так, как бы тут заехать, чтобы не мешать тоже. Хотя он под горкой, наверное, будет, да? Супер, шины, благодарствую. Так, а, подожди, это ж мы можем сейчас... Прогресс? Да. Ну и два контракта. Что по контрактам? Медвежья услуга, следить. Горные лабиринты с этим же набором людей. Горные лабиринты. 2 миссии с горными лабиринтами. Вернуться в штаб. И сейчас 2 последних миссии будем добивать. Так. Горные лабиринты. Выбрать. Так, люди у нас нижние были, да? Добавить. Грузовик. Анг. А, так. Татра. Нива. И УАЗик.
Докинем. Домкратик. На всякий случай, на разную технику. Мало ли что будет у нас происходить. Мало ли. Всякое происходит здесь. Так, ну... На Ниву я даже не знаю. Мне кажется, не перевернется. Она слишком устойчивая. Все, начать. Так. Базы 2. Базы 2. Тогда вот так и вот так. Начать. Сейчас будем смотреть, что у нас тут есть интересное. И где это интересная карта. Так. Медвежья услуга. Следить. Фотоловушка. Так, это я сейчас должен выйти с карты, зайти обратно, и оно раздуплится. Да, раздуплилось. Ух ты, ёп. Ну, норм. Норм. Давайте с этого и начнем тогда. Так, а что у нас есть? Фотоловушка, а машина тут... А, не, подожди, давай другую еще миссию посмотрим. Кек. То есть все тут же и находится. Так, три фотоловушки берем. Я поставлю метки чисто на фотоловушке. А медвежью услугу мы сейчас будем отслеживать. Следить. Да блин. Древние легенды, точнее. Так, и что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужно три фотоловушки. Правильно? Да. Три фотоловушки. Так, ну, на Анке поедем тогда. Да, или что у нас там есть? Надо отъехать посмотреть. А, хотя нет, да, на Анке. Потому что нам, смотрите, три нужно фотоловушки отвезти и набрать барахла еще. УАЗик это физически не влезет. Поэтому в любом случае Анк. Раз, два, три. Так, давайте на всякий случай я возьму с собой топливо все, которое тут есть. Возьму все запчасти, которые тут есть. Возьму все колеса, которые тут есть. Все. Так, как мы едем? Ну, понятно, сюда в лес, и тут пью, по всем сторонам. Как-то. Как-то так. Да? Ну да. По-другому никак. Поехали. Так, это мне направо, да? Давай, повышаечку и полетели потихоньку. Удобно, что две миссии находятся рядышком. Прям вообще капец как удобно. Мы сейчас и то сделаем. Вообще будет круто. Что случилось? Не хочешь ехать никуда? Дома хочешь остаться? Вы что, орете что ли? А, я на пузо сел. Прикольно. Так, но мне прямо туда. А как мы тут до этого проезжали? Я помню это место, но я вообще не помню, как я тут ездил. Не знаю почему. Так, на воду мы спускались тут. Наверное. Да, здесь. На этом берегу у нас вроде бы ничего нет. Поэтому нам нужно пересечь реку нашу. Ну, повышайки, думаю, хватит. Так, ну через лес. Нет, повышайки. Да, просто это, блин, долбанная задняя передача. Ну, вон, вижу точку красную, что-то забрать там можно. Я тогда сейчас по бережку проеду. Или нам... Ну, как бы да, есть смысл сюда заехать и вернуться назад. Сюда наверх, а потом через верх проехать сюда. А потом там сразу следующая миссия.
Тогда едем сейчас на эту точку. И возвращаемся назад на ту, которая справа. Ой, это я уже тупанул. Меня никто не поворачивал. Это я сам руль повернул и что-то втыканул немножко. Забрать. Еще, кстати, непонятно, куда это все вести. Тоже, наверное, повар у нас какой-то окажется. Потому что, учитывая, что мы тогда собирали грибы, камыш и рыбу и отвезли повару, то тут как бы проба воды, шишки и что мы сейчас взяли, я не знаю, это точно повару будет какому-то очередному. Что я здесь ни разу не был. Где точка? Дальше. Так, но мне нужно придерживаться левой стороны, чтобы проехать. А канаву это нужно? А, канава это уже в территории. Окей. Подожди, я не понимаю. А, так она здесь сразу. В луже, окей. Теперь я все понял. Ёлка против моей езды тут. Передать. Есть. Можно ехать дальше. Подожди, а где выезд? Короче, вот тут прям влево. Сразу после этого насоса. Или как он там называется? Буровой штуки той. Офигеть. Думал, сейчас перевернусь. Хотя вот не сразу после. А, нет, да, сразу. Поехали. Так, ну повернуть это проблема, вы сами знаете. Припасы. Нужны нам припасы? Я думаю, нет. Итак, карманы полные всякого хлама. Ой. Это недвижимость. Я думал, это елка, которую можно переехать. Я прям очень уверенно на нее ехал. Такой, ну сейчас проеду нормально. Хорошо, что мы в ней не застряли, как в прошлый раз. К святилищу, ёпта. Так, ну нам надо назад. Как бы точка рядышком, поэтому хоть не хочешь, нужно возвращаться, отвозить. Потому что из гаража будет далеко ехать. Ну зато приятно. Потому что сейчас раз, и эта миссия закончится. И все. И можно про нее забыть. Давай, я знаю, что ты можешь. Я уже думал, продолжение какое-то, тут всего лишь фотка.
Джастин Гудман. Разведывательный центр. Я не знаю, что он дает, но звучит круто. Так, последняя миссия. Медвежья услуга. Медвежья услуга. Куча мест, где что-то может быть. Но хз, где оно есть. Так. Ну что? Поехали. Поехали проходить миссию, наконец-то. Последнюю миссию. Мне аж не верится, что это последняя миссия в Карпатах. Ой, она справа где-то рядышком. Назад. Проедем. Готово. Так, ну дальше понятное дело, что через этот же лесочек просто едем дальше. Ёпт, во что я врезался? Ни во что не врезался, просто остановился, не могу тронуться. Ну, скорее всего, типа корень, но по коллизии, что ли, я не знаю. Ну, увидели. Просто ехал, встал и не могу поехать дальше. Да вы орете, что ли? Чуть за место-то такое тут выехать нельзя, что ли? Снова поехал, встал. Тут проеду или нет, или тоже сейчас остановлюсь. Но тут норм. Проезжаем. На пузо тут сели, хотя бы. Так, нам надо... Я не знаю, там нормальный проезд или нет, поэтому я на всякий случай тут проеду. Чтоб не перевернуться нигде. Так, 100 метров, мы уже где-то близко. Мне через лесочек сюда вниз или объехать как-то? Надо посмотреть. А, ну в идеале, конечно, двинуть влево. Поехали влево. Еще один есть. Так, а дальше вниз мы, по-моему, по этой дорожке катались как-то. Ну, поехали. А, время. Сейчас 10 часов поставлю, чтобы было светло и красиво. На нашу последнюю миссию. Как я тут проезжал? Походу влево сюда нужно. Блин, я сейчас назад сдать не смогу. Нет, смог. Зараза, меня соскальзывает он. Как мне нахрен проехать тут, если он пытается в дерево постоянно залезть? Ну давай, я знаю, что ты можешь.
но не хочешь. Во. Паскуда. Давай пытаться объезжать его тогда. Но сейчас запаяет 100% к нему. Типа, вы что думаете, что я просто так объеду сейчас без проблем? Не, не запаяет, походу, удивительно. Так, где мы там переезжаем? Вот здесь. С виду самое мелкое место. А вон там еще мелко. Но тут, да не знаю, наверное, по правой стороне можно проскакать. Тут же нормальный проездик. Ого. Не-а. Там проще, там лучше. Поехали по той стороне. Аккуратненько, пока что елочкой пользоваться не хочу. Ну, здесь, наверное, проедем. Просто все уничтожил. Да в смысле, что там еще происходит? Доставить, пропустить. Финиш, награда. Глушим. Подвеска красная уже. Ну, решили добить, походу. Итак, прогресс. Экспедиции все, контракты все, поручения все. Единственное, что у нас не хватает 9 улучшений. Где их искать, я понятия не имею. Я их искать, конечно же, не буду, потому что... Ну, типа, вот здесь мы летали дроном, ну, точнее, видели эту местность, видели, есть улучшения? Нет. И таких мест валом, которые мы места видели, и там нифига не было. Вот, например, вот как здесь. Ну, где-то ж эти запчасти 9 штук лежат по 4 картам, но мы задолбаемся их искать. Поэтому, может, тут что-то есть. Поэтому мы искать их не будем. Так что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну, а с вами был Алекс Фрэш, и всем... Пока-пока.